Во-первых, добрый вечер всем. Нормально, хочу поздравить команду с еще одной победой. Это 8 игр у нас, 8 побед подряд. 3 очка забрали, это был цель. Хотим еще, надо двигаться дальше, восстановиться и думать о следующей игре против Ростова. Извините. Тоже хочу поблагодарить болельщикам. Это была отличная поддержка сегодня. Не пропустили еще раз гол, это очень важно для нас. И в хорошем состоянии надо восстановить и приготовить сложную игру против Ростова правильно. Переходим к вопросам. Представляйтесь, пожалуйста. Добрый вечер, Максим Пахомов, Чемпионат.ком, с победой. Ваш коллега Доменико Тедеско вот несколько минут назад сказал, что Спартак контролировал матч, да, но при этом признал отличную игру Гильерме, даже с Нойером его сравнил. Вы согласны, что матч контролировался Спартаком, и Гильерме как действительно, наверное, какой-то лучший матч при вас он выдал, или еще нет? Спасибо. Ну, Гиля в хорошей форме, а я думаю, что... Как это сказать правильно? Каждый может думать и говорить, что удобно, так сказать. Но факт есть, что мы выигрывали 8 игр подряд. И что не пропускаем голи, и что забиваем голи. И... Так, можно играть по-разному, но мы справляемся с каждым соперником. Какой раз играем против прессинга высокого, но тогда опасны из контратаки, и у нас есть идея, как справляться с этим прессингом. Тоже какой раз мы играем против команды, которые обороняются глубоко, и тогда справляемся. Так я только могу похвалить команду, поэтому что у нас решения всегда бывают. Максим Гузевский, газета.ру. Скажите, пожалуйста, как вы готовились к сегодняшней игре? На что вы отдельно обращали внимание? Может быть, кого-то персонального Спартака можете выделить по сегодняшней игре? Извините, я не понял, если можно чуть спокойнее, да. Можно быть и сбоку маски, да. Спасибо. Как вы сегодня готовились к игре? На что вы конкретно обращали внимание? Может быть, за кем-то из Спартака персонально выделили и особенно следили за ним при разборе? А я ответил на этот вопрос, можно быть, и со первым ответом. Так, для нас самая важная наша игра. И мы всегда, у нас есть решение против разных видов игры соперника, как сказал. У Спартака есть игра напрямо, много длинных передач, много отбора, играю так напрямо и в глубину, и опасны со фланга, но мы нормально приготовили, скаутинг сделали, как и каждый раз, но я много раз ответил на этот вопрос. Наша игра должна быть 90-95% всегда, а соперник только 5-10% надо обращать внимание на эти важные детали. Добрый вечер, Евгений Белоусов, Фонбет. Нет, пару вопросов. Ну, после такой уверенной победы хочется говорить только о хорошем. Вы уже много слов добрых сказали об игре своей команды, но все-таки можете выделить, какие недостатки в действиях ваших футболистов были? Ну, недостатки всегда есть. Но я не готов, честно, говорить об этом публично. Но это могу маленько сказать, что надо быть больше серьезнее в этой фазе завершения. Я, когда это говорю, считаю первый и второй тайм, если у нас эта последняя передача была и движение было больше правильно, чем было, счет мог быть и намного больше сегодня. Так я видел игру. В концовке вы выпустили на поле Мирончука, чтобы он, вероятно, почувствовал игру. Насколько Антон сейчас готов и когда сможет полноценно выступать? Да, он здоров, он готов, и я рад, что он вернулся на поле нормально, и он качественный игрок, который нам может приносить пользу. А как это будет, он пропустил много времени, это зависит от разных ситуаций около нас. Дмитрий Занин, Матч ТВ. Расскажите, вы поняли, за что Гильерме получил желтую карточку? Как вы увидели этот эпизод?
Не знаю, точно не знаю. Я думаю, у него был какой вопрос по офсайду, да или нет, или так, что, не знаю. И второе, очень хорошо начал играть в футбол Федор Смолов. Расскажите, что случилось, что поменялось вокруг него, может быть, что-то он изменил в своем отношении к делу. Вы, как человек, который общается с ним близко, много и плотно, на ваш взгляд, Федор Смолов условно прошлой осенью и Федор Смолов сейчас – это один и тот же игрок? Ну, Федор забивает постоянно голи, это работа нападающая нормально, но я ответил так и последний раз, когда забил два Сочи, это его работа, нападающий надо забивать, так у него качество есть, и об этом ответил последний раз, когда он пришел нами из Испании без подготовки, как и много игроков, потом получили травму. Так, кто понимает футбол, он знает, что так не бывает, как на видеоигре, что можешь так приготовиться к высокому уровню так через неделю или две. Но я не бы забыл отметить и молодого Сильянова сегодня, и Пабла, и Чорлуку, и Живогладова, который провел хороший мяч, и Мухина нормально, и Баринова, и Хриковиака, который тоже спровел игру, Камана и всех других игроков. Я сказал перед игрой, команда выигрывает и проигрывает. У нас сегодня выигрывала команда. Сергей Вельчинский, медиагруппа «Звезда». Марко, с победой. Хочу подчеркнуть, что в предыдущих 11 матчах команда обыграла «Спартак» только один раз. Поэтому эта победа вдвойне приятна. У меня больше вопросов, чем два, но коллеги сегодня активны, поэтому задам два основных. Вы в первом тайме, первые 7 минут, сознательно отдали инициативу «Спартаку», желая погасить темп атакующей команды, или все-таки «Спартак» вас заставил обороняться так плотно на своей поле и перейти на вторую половину поля только через 5-7 минут после начала? Это отличный вопрос. А я ответил это там и сразу после игры на флеш-интервью. Так. Понял. Много команды сегодняшнего дня есть желание сделать, прессинговать высоко. А у нас есть задача справляться с этим. Так, да, «Спартак» нас подавил, а тоже можно сказать и так, что мы пользовали эти моменты, когда они делали давление высоко и забивали голи и строили моменты там. Так, есть два вида, как можно смотреть на эту ситуацию, о какой вы говорите. Это мой ответ. И второй вопрос по Александру Сильянову. Молодой игрок, необстрелянный. Не боялись его вместо Рыбуса выпускать в таком ответственном матче? Или он готов был? Вы в нем абсолютно были уверены? Потому что он провел очень достойную игру и приятно очень на него смотреть. Молодым футболистам и надо доверять. Он, я сказал перед игрой тоже там за Матч ТВ на флеш-интервью, что он еще один из этой группы молодых футболистов, то и Титков появился на полю, в конце игры тоже, Мухин постоянно играет, и что там есть, ребята, они все 2001 года рождения, и я счастлив, что они с нами, они добавляют с каждым днем, и Сильянов провел отличную игру сегодня, и это не его позиция, он правый защитник, он играл на неудобной стороне поля, но все равно отработал игру, я бы сказал, без ошибок.